Всем привет-привет! В этом видео я создам образ на выпускной с разными помадами. К сожалению, фотографии со своего выпускного я так и не нашла, но поверьте мне, я была очень даже прикольной. Не обязательно в этот день тратить деньги на дорогущие салоны красоты. Можно создать образ самостоятельно, поверьте мне. Может быть, я вдохновлю одну из вас на это. Прежде всего, на очищенную кожу я наношу базу под макияж. За счет базы макияж должен продержаться дольше в этот вечер. Жду примерно 20-30 секунд до полного впитывания и следом пытаюсь нанести этой самой вау кистью тональную основу. Если честно, мне она вообще не понравилась. Beauty Blender или пальчики ваши намного круче будут справляться с этой проблемой. Невозможно, она просто развозюкала всю тональную основу и оставила полоски на моем лице. Все, отбрасываю эту кисть в черный ящик. Без консилера можно обойтись, но сегодня лучше высветлить им темные участки на лице. Создать чистый лист, так сказать, на котором мы будем рисовать наш макияж. Припудриваем обязательно лицо после тональной основы и консилера, чтобы закрепить макияж и чтобы он продержался дольше. И теперь создаем тени на лице. Я всегда уменьшаю свой нос при помощи корректирующих теней. Наношу тени на крылья носа, хорошо растушевываю, и на кончик, тем самым немножечко визуально уменьшаю мой нос. Затем на глаза я наношу базу под тени и сверху обычной пудрой припудриваю, чтобы теми же тенями прорисовать складку века и немного снизу. И тщательно растушевываем. Любимое дело — это скулы. Рисуем их, втягиваем щечки и опять же растушевываем. Я не хочу делать сложный макияж, считаю, что это лишнее на выпускной вечер. Пусть акцентом будут стрелки, ресницы, как вы заметили, они у меня нарощенные, и хайлайтер. А с цветом помады мы определимся в конце. Сейчас губы золотисто-коричневые. Я не очень люблю, когда молодые девочки на выпускной делают сложные залакированные прически в салонах красоты, башни трехкилометровые. Поверьте, это совсем некрасиво. Вы ведь такие юные, пусть ваши волосы играют в невесомость, это намного привлекательней. Я создаю легкие волны и слегка фиксирую их лаком. Возьмите с собой в сумочку матирующие салфетки, чтобы убирать в течение вечера жирный блеск на Т-зоне, капли для глаз, чтобы убирать красноту, зеркальце, чтобы подправлять макияж, маленькую расчесочку для того, чтобы иногда создавать себе объем на голове, начесывая тем самым волосы, и две помады, поярче и потускнее. Меняйте цвет губ в зависимости от ситуации. Фотографии с выпускного вечера получатся разнообразными, если вы будете менять свой образ в течение вечера. Например, вы можете заколоть ваши волосы ближе к концу вечера, либо поменять цвет губ, тем самым немножко измениться на фотографиях. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам веселого выпускного, запоминающегося. Пока-пока. Thank you.